Здравствуйте! Сегодня 16 марта 2022 года, 5 часов утра, 10 минут. Я проснулся от сильного шума транспорта, который движется со стороны райцентра Репки через мое село с включенными фарами, огромной колонной. Движется военная техника со стороны Чернигова через райцентр Репки, едут через мое село на базу здесь, на табор, который тут вот находится в моем селе, или, возможно, дальше, туда в сторону бывшего райцентра Городня. Сейчас небо абсолютно безоблачное, уже рассвет такой вот на востоке. Видим, что краснеет горизонт. Луна еще видна, такая крупная, почти полная. Ой, извините. Холодно на улице, 3 градуса мороза. Вот, а я быстренько вышел из дому и, как говорится, из тепла на холод. И в нос ударил мороз, и поэтому чихать пришлось. Луна садится в сторону северо-запада. Она еще довольно высоко над горизонтом, но не в зените, как ночью было. Огромная колонна военной техники движется. И, ой, извините. И сейчас она движется через центр села и дальше туда в сторону. Сейчас я пойду посмотрю с другой стороны. Дует такой небольшой северный ветер. И достаточно холодно. Иней на траве. Мороз есть. Да, эта техника, судя по всему, поехала через мое село в сторону райцентра Городня. То есть не на базу здесь в селе, потому что звук был бы слышен этой техники в другом конце села. Вот я сейчас я его наблюдаю. Был бы слышен в другом конце села, там, где они вот обычно стоят. А сейчас они движутся по дороге, по брусчатке в центре села, дальше по асфальту в сторону райцентра Епки. Но гудели очень долго. Я думал, что тут какой-то грузовик где-то остановился и мотор греет. А оказалось, что это непрерывная колонна транспорта военного едет с белыми фарами. Вот, возможно, либо они удирают, либо у них там, как говорится, пересменка, то есть часть войск, которая повоевала, отводится назад в Россию. Вот послушайте звук, сейчас я микрофон в ту сторону направлю. Слышно достаточно хорошо шум отдаленный, но это уже шум идет не в селе. Я сейчас иду от дома в сторону сада. Еще лед здесь есть. Еще не полностью подтаял. Чуть-чуть осталось снега. Все покрыто инеем, холодно. И да, это однозначно. Едут через село, дальше в соседнее село и на райцентр Репки. Сейчас я фотоаппаратом ничего снять не смог бы, потому что еще темно. Так, на горизонте вижу планету. Возможно, это Венера или Марс. Крупная такая светится. Да, планета видна. И на восходе зарево такое красноватое. Ну, 5 часов утра с минутами, это в марте месяце, это еще темновато. Хотя я без фонарика вышел и глазами вижу, куда идти можно. Так, мои коты тут бегают. Луна за спиной у меня, на северо-запад она идет. Так что техника эта
большой колонны с включенными белыми фарами спереди и сзади, красные габаритные огни. Поехали на Городню, на бывший райцентр. Это Черниговская область, бывший Городнянский район, теперь это Черневский район Черневской области. Мое село находится приблизительно 60 километров от границы с Россией и около 50 километров до Чернигова и около 62 километра до границы с Белоруссией на пограничном переходе Новые Яриловичи. Возможно, это даже перелом в войне, потому что не было такого мощного движения техники со стороны Чернигова в сторону России. Не в мое село, где они тут табором стояли и как бы подъедались тут на ограблении местных магазинов и местных жителей. По погребам лазили, по холодильникам у людей рылись, продукты отбирали, кроликов, уток, гусей, кур. Все это забирали и сжирали. А похоже, они поперли на свою рашку гребаную. Дай бог, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что эти падлы, эти рашисты столько зла, столько вреда принесли украинскому народу, что это словами не передать. И сколько разрушений. Дай бог, чтобы случился наконец-то перелом. И эти паскуды, фашисты, эти российские рашисты стали массово покидать территорию Украины и возвращаться назад на свою территорию. Да, однозначно из моего села поехали дальше на бывший райцентр Городня. Шум очень большой колонны военной техники. Дай бог, чтобы это был перелом в войне, чтобы они уезжали назад. Так, холодно. Котик просится в дом, не хочет сидеть в теплом домике в сарае и хочет в доме погреться. Я на этом буду прощаться. Слава Украине! Слава героям Украины! Слава защитникам Украины! Слава всем здравомыслящим людям во всем мире, которые помогают Украине в этой тяжелой, необъявленной, паскудной, захватнической войне России против Украины. 100 лет вам жизни, здоровья, благополучия. Всего вам хорошего, до свидания и до следующих выпусков моих сообщений.